Турецкий сериал «Чоп. Черная любовь». В главных ролях Боялы Сокал и Сюрекли Алар. Первая серия. Тефаль, а ты не знаешь, почему не работает Wi-Fi? Это я его отключил. Но почему? Я собиралась разослать родственникам очень важную новость. Фезле, мне надоело. Мало того, что ты веришь всему, что ты прочитаешь в интернете, так ты еще и рассылаешь это моим родственникам. Ну что в этом такого? Из-за того, что ты сказала моей маме о каких-то комарах-убийцах в Стамбуле, она переехала в Бишкек. Теперь из-за тебя ей приходится готовить оджак-кебаб. Но так написано в интернете. Ты даже не проверила эту информацию. А помнишь, как ты написала Ибрагиму Аби о вреде вышек 5G? Теперь он живет в горах совершенно один и до него не дозвониться. А если у него закончится гель для волос? Как он нам об этом скажет? Прости меня, Тефаль. Я все поняла. Нет, я ухожу. Тефаль, стой. Только не выходи на улицу. Я слышала, что сегодня вертолетами будут распылять вирус. Эзлем, ничего ты не поняла. Это был день, когда я в последний раз видел Эзлем. Последнее, что я слышал о ней, это то, что она отдала все свои деньги какому-то нигерийскому принцу, и он пропал, оставив ее ни с чем. Все было бы по-другому, будь она медиаграмотной.